Всем здравствуйте! Сегодня 27 июня прошел второй день прощания с Юрием Шатуновым, который был в строго закрытом формате. Несмотря на многочисленные слухи, жена знаменитости и его дети приехали, чтобы проститься с любимым мужем и отцом. «Прощай, папа!» – написали они в публичном пространстве. Отметим, что накануне с кумиром пришло проститься более 16 тысяч человек. Сегодня в последний путь артиста проводил Игорь Крутой, который, к слову, выкупил для Шатунова место за 3,5 миллиона рублей. Отметим, что несмотря на всенародную любовь, у Юрия не было никаких званий и наград, поэтому с бюджетным местом отказали. Тогда композитор и помог финансовой семье музыканта. Несмотря на грандиозное мероприятие, семья и друзья до сих пор в шоке и не могут смириться с тем, что Юрия больше нет. Звезда ушел из жизни от обширного инфаркта, когда отдыхал с друзьями. За столом ему неожиданно стало плохо. Товарищи отвезли Юрия в районную больницу, откуда на реанимобиле доставили в Домодедово уже в критическом состоянии. Врачи говорят, что спасти его было невозможно. Отметим, что жена Юрия, его сын и дочь с прессой никак не контактируют. Со дня случившегося родственники музыканта не давали ни одного комментария. Единственное, что на официальной странице Шатунова появилось сообщение о том, что никто не будет предъявлять обвинения медикам. Добавим, что семья Шатунова проживает в Германии. Лишь иногда Юрий приезжал на родину по работе. Как отметил директор певца Аркадий Кудряшов, артист очень сильно любил свою супругу и мечтал уйти с ней в один день. Он до безумия любил свою жену. «Чтобы вот так любить свою супругу, у меня даже знакомых таких нет. Когда они женились, Юра сказал: „Светочка, я хочу с тобой прожить, только с тобою до самой глубокой старости или столько лет, сколько нам будет отведено. Я мечтаю уйти в мир иной с тобой в один день“». Вот такие были сказаны слова Юрой, заявил Кудряшов. Вечная память и вечный покой светлому человеку. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Всем пока!